Привет, всем добрый день. Сегодня планы такие, надо зайти посмотреть на матрасник, просила мама глянуть на кровать. Ну что еще? Здравствуйте, у нас лето, машина. Взяли баночку холодника, Таня готовила. Да, сейчас свеженького приготовила баночку и налили. Калине Степановне отнесем. Ну что, конфеты там открыли, угостим. Которые привезенные оттуда и очень нам нравятся. Но дело не в этом. Так, все хорошо. Что еще? Ну, по ходу будем снимать, показывать, что интересное будет. Я говорю, Саша, у тебя прическа, говорю, как у Игоря Крутого. Говорю, раньше никогда так не стриглись. Вообще, мужики, хлопцы, у всех были какие-то определенные своего рода стрижечки, кому что шло. Лысые, у кого волосы повыпадали, вот все лысыми ходили. А сейчас это так круто. Да были бы у меня хорошие волосы, я бы, может, тоже носил бы хвост какой-нибудь. Ну, не, все. Ну это за этим надо, за волосами надо ухаживать и все прочее. Но волос не очень. И что заморачиваться? Взял машинку, оболванился, как я говорю, и все нормально. У детей каникулы. То есть, или сегодня, или завтра будет выпускной. Это, наверное, с экзамена, с старшеклассом. Да, еще какие-то экзамены, там, ЕГЭ или как они сейчас называются. Вчера у нас был поход с Татьяной на дачу. Специально выбирались для того, чтобы навести порядок уже непосредственно в домике. Таня стирала, сделали мы душ совместными усилиями, закрепили все. Двери у нас в этом году есть уже. Нам уже веселее, можно что-то на дверь повесить, крючочки, полотенца и так далее. Так. Почему все рассказываю, а собирались мы на днях удрать именно вот 10 июня из города с ночевкой. Почему? В двух словах объясняю. Проходят выпускные вечера в школе. Школа у нас напротив и доставляет, ну, дискомфорт, одним словом. Утром собирается, помимо старшеклассников, выпускников, собираются родители. Вот до того, что они там хлопают в ладоши, кричат что-то, как дети. Музыка гремит. Перед школой, да. Вот там какие-то события разворачиваются. Как будто вроде родители, выпускники, а не дети. Было, да, и такое. И оно, и музыка с актового зала, и выходят эти выпускники, идут рассвет встречать, шум, гам. И это длится довольно-таки продолжительное время. Да, оно раздражает это все. В этом году я позвонил в школу, попал, по всей видимости, ну, может, на завуча, может, еще на кого-то. В двух словах скажу. Все она мне объяснила, какая программа, выпускники идут в парк, там будет то-то, 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 и в 11 часов они возвращаются в школу, и на том все заканчивается, все мероприятия. Так что, говорит, а вы, наверное... Соседи. Соседи. Я говорю, да, живем напротив. Гуси. Ой, какие красивые. Гуси-лебеди. Какие же легкие у них у всех. Ну, возвращаясь к теме, которую начал. Одним словом, ну, в 11, говорит, уже все, мы закончим. Никого не будет, школа будет закрыта. Ну, пусть даже до 12, но лето, для лета это нормально. Но не всю ночь. Я понимаю, что такое бывает один раз в жизни и все такое. Но когда к этому подключаются и другие люди, и это вызывает массу каких-то хлопот и дискомфорт, то ничего там хорошего нет. Я понимаю, праздник, ну, праздник у тебя. Праздник у тебя. И ты празднуй. И пусть будет у тебя. Так как люди приезжают на дачу, отключают музыку. И эта музыка, она не просто звучит, она ревет целый день у них. А там, к примеру, радио Рокс у нас вот на дачах, любимая волна.
одна дача хочет перекричать другую дачу, понимаете? Есть такое. Выносят колонки, это до сумасшествия доходит. Особенно выходные. Вот эти полублатные песни, оно до дуроты, до дуроты, с утра до вечера. Ну, как я говорю, праздник должен быть у тебя, но не у других. Это не 9 мая. 9 мая там или еще какой-либо праздник наш общий, это хорошо. И отмечаем мы все его совсем по-другому. Но здесь это касается какой-то группы людей, двух-трех, ну пусть там группы одним словом. И надо это проводить так, чтобы не мешать никому, я так считаю. Хочешь слушать музыку? Один наушник. И все. В общем, нам ответили в школе: не волнуйтесь, уже в связи с ковидом уже 2 года. Соседи, там не волнуйтесь. И в этом году все, говорит, будет тихо и спокойно. Вот и спасибо вам. Пойдем, побубнели опять. Видите, школа привыкла за пару лет, когда вот ковид был. Они привыкли, что не надо. И хорошо, с другой стороны, никакой ответственности. Что будет целую ночь? Какие происшествия, не дай бог. А так, в парк сходили, съездили, провели мероприятие. Оно за ночь уже мы не отвечаем. Называется: хотите, мамы, папы, гуляйте со своими чадами сами, встречайте рассвет, пейте вино за углом. Но все, школа с себя ответственность сняла. Не знаю, на сколько лет вперед это так будет, будут они практиковать такие вот выпускные, но я смотрю, им это понравилось, ни за что не отвечать. Правильно, так и делать. Конечно, педагогам легче. Зашли в магазин. Лен, да? Это лен или нет? Там есть и лен, и... Или и не лен. 100% лен и с перемешкой там, по-моему. О, какие. Лен для ног. 63 рубля. Эти, вот эти горчичные лучше смотрятся, кстати. Вот эти тоже ничего. Не, мне такие не очень. Может, и ничего. Нормальные. Что же 63? 90. Короче, 64 рубля. Да тут разных полно. Совсем дешево. $2.50. Так, что у нас тут? Обувь. Совсем не летняя почему-то. Ну какая есть. Летнюю в другом магазине надо искать. Сколько ботинки кожаные? 117, 104. Теплые, хорошие ботинки. А вот трактор. У меня есть ботинки с такой подошвой. Очень, кстати, удобные. Точно с такой. Я здесь покупал, только черные. Были мы в магазине унитарное предприятие «Промбриз». Буденного 55. Даже покажу, кто будет спрашивать, сразу все показываю. И режим работы, и все. В комментариях не переспрашивают, где этот магазин. Где и чего. Таня злится. Нету здесь новотрасника. 2 дня будут очень жаркие. Написано 29-30. Но если 29-30, я представляю, сколько на солнце будет. Сейчас еще так, в тенечке дышать можно более-менее. Ну и время еще 10:30. Сейчас к часу раскочегарится так. Ну, вот мы в магазине Блокит. На сатин. Акция на сатин? Да. Пожалуйста, здесь вот наверху. Комплекты, здесь верхний ряд по горизонтали. Полуторки, да? Да, все полуторки. А на матраснике есть на у вас? На втором этаже. Чего мы пришли? Чего мы и пришли? Рукавички какие? 22.90. 15. Выбрали, выбрали, спасибо. Спасибо. Почти $10.
и что тут? Вот мне нравится тунечка. Так, ходите, пахать. Мне когда-то была такая розовая, так понравилась она. Да? 24, да. Только не знаю, есть мой размер. Ну все, не мотыляй. Смотрите, 13 на 8 марта, минус 20%. На это тоже 20%? Да, на все. И сколько она будет стоить? На 8 марта акция? Это не 8 марта. Нет. А, это фабрика. Понятно. Сейчас скажу, 21. Сейчас вам скажу. Это рублей 16. Это ночнушечка. 31. 16,90 рублей. 16. А есть большие размеры? 10. Хорошее здесь постельное белье, поплин, сатин и комплекты, и некомплекты. Так, надо идти наверх. Скажите, а на матраснике есть у вас? Ну, кровать я мерил, это у мамы, 1,90 на 90. Метр 90 у нас такого не будет. Нет. Если конкретно метр 90, у нас на метр 80. Простыня махровая, 208 на 200 сантиметров, 86. Состав хлопок 83 лён 17%. Ну, да, хорошие простыни. У вас нет акции? Это полотенце. Где розовые цветы? А вот простыня тоже. Тоже 80 рублей. 86, 84. Так, купила Таня себе ночнушку еще вот такую вот. Тоже акция на нее. И купила сорочка. Это тоже ночнушка. Он говорит, буду ходить котов удивлять на даче. За две мы заплатили 42 рубля. Это хоть хлопок. Чувствую себя как человек, правда? Так, а вот что. Копеечка. Тоненькая, хорошая. Нормально, все хорошо. Так, не мое дело, как говорится. Детвору куда-то водят. Пионерлагерь. Это пионерлагерь при школе, наверное.